Миграционной службе России исполнилось 300 лет. Основы паспортизации страны заложил Петр I 11 сентября 1719 года. Царь возложил обязанности по учету приезжающих к нам иностранных граждан на полицию. Правоохранители этим занимаются до сих пор. Елена Пинкова служит уже 26 лет. В далеком 1993 году при устройстве на работу в органы внутренних дел она сразу попала тогда еще в паспортно-визовую службу. Говорит, что работа требует отдачи и психологического напряжения, но есть и позитивные, даже трогательные моменты. Мы выдаем первый паспорт детишкам, да, в 14 лет. То есть, в принципе, для человека это важный этап жизни, получение первого паспорта. Это как и для него важно, для этого человечка, так и для нас тоже. Как бы организовать все это так, чтобы ребенок на всю жизнь запомнил. Сегодня Елена Пинкова в числе тех, кого чествуют за достойную службу своей стране. Основы паспортной системы, регистрационного учета населения, контроля и надзора в сфере миграции стали неотъемлемой частью обеспечения безопасности российского общества. В 1719 году действительно по указу Петра I было введено такое понятие, как паспорт. И этот документ выдавался иностранным гражданам, которые въезжали на территорию нашей страны. Вот, наверное, с того периода и берет начало история развития миграционной службы. Отличившиеся сотрудники получают благодарности и грамоты из рук главного федерального инспектора Ульяновской области.